Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль Toyota Corolla 2011 года выпуска, оснащен мотором 1.6 литра на автоматической коробке передач, два владельца, машина в хорошем техническом состоянии, красивый внешний вид, чистенький ухоженный салон. Переместимся в салон автомобиля. Секундочку, нужно открыть. Кстати, полный набор вот ключей вот таких вот, машина с автозапуском. Итак, значит, здесь у нас с вами вот такой вот чистенький, аккуратный салон. Состояние салона отличное. Карты двери тоже выглядят чистенько, аккуратно. Давайте посмотрим, как у нас спереди. Спереди у нас с вами тоже аккуратный, чистый салон. Состояние салона хорошее. Карты дверей, панель, водительская дверь выглядит хорошо. Давайте расскажу про комплектацию. Так, значит, здесь у нас с вами считается базовая комплектация, но все необходимое у нас здесь с вами есть. Так, значит, передние светоподъемники, регулировка зеркал, корректор фар, что за кнопочка? У нас с вами, кстати, противотуманные фары, да. Так, идем дальше. Автоматическая коробка передач. Ручник работает исправно. Подогревы передних сидений. Отопитель салона с кондиционером. Магнитолка вот такая вот. Тут, по сути, должна быть другая. Мы поставили другую, тойотовскую. Но она, конечно, гораздо лучше, чем которая стояла здесь до этого. Можно проигрывать SD-диски. Есть USB разъем, AUX разъем. Так, что еще? В комплекте я вам показываю, что целый набор ключей с автозапуском. У нас, насколько я помню, шархан должен быть. Да, это у нас шархан. Автомобиль заведен, ровно работает мотор. 174 тысячи пробегу на машине. Машинка в хорошем состоянии. Данный автомобиль находится в наличии в салоне столицы. Приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв. Заведем, прокатимся, покажем, расскажем вам все про автомобиль. Все устроит, машину сможете приобрести по системе 3.1 в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь. Желаем хорошего настроения. Всем доброго. До свидания.